Привет всем. Земля в этом году удалась, просто спеклась на глушняк. Вот 13 нынче июня. Вчера начал окучивать 12-го. Земля у нас субпесчаная, как я ее назвал. В общем, внизу нет глиняной подложки, поэтому гумус не образуется, и песок гуляет туда-сюда. В общем, такого кошмарного вида. В общем-то, асфальт. Асфальт вот туда-сюда шурую. Вот сейчас вот слушайте лопату. Вот такая вот фигня. Ну, удалось мне все-таки немножко подокучить, хотя вот не получается мне, чтобы с перевалом вот какая-то пилотка тут остается. Ну вот получается 18 сантиметров я померил. Но речь не о том. Вот такие вот камчары выворачивает. Просто пипец. Ну сейчас я уже езжу вот на этих замечательных колесиках. Я уже показывал про них, как окучиваю на тарпане. Но перед этим пришлось мне вот что сделать. Вот эти вот половники разобрал, это снял. Осталось 4 уса. И он на них, конечно, прыгает, и получается 2 с одной, 2 с другой. Ну и вот так вот я разобрал штатную фрезу от него и добавил. То есть вот так вот получилось. Здесь, конечно, толстовато, но ничего. То есть глубоко я не лез. Поначалу разрыхлил. Просто без окучника, с планкой задней, тормозом так называемым. И только после этого начал окучивать на колесах. Ну вот так вот. Вот так вот стал, конечно, идти он помягче, потому что с каждой стороны по 4 получилось, а то было только по 2. 2 туда, 2 сюда. Ширина у него не увеличилась, то есть для междурядья. Вот такой вот. Вот такой вот лайфхак, как говорится. Так что показывать, я бы показывал. Может быть, сниму, как вот эти колеса работают. Ну все, примерно так. Всем пока.